В ефірі студія «Репортер». Мене звати Василь Базавлук. Сьогодні до нас завітав доктор економічних наук Сергій Олексійович Якубовський. Вітаю вас, пане Сергій. Добрий день. Сьогодні будемо говорити про нові карантинні обмеження, які планує ввести уряд в Україні, а саме про карантин вихідного дня, комендантську годину та можливість введення тотального карантину взагалі. Поговоримо про це з боку такого явного приросту хворих в Україні та й насамперед в Одеському регіоні, так як це вплине на економіку міста та держави. Тож, Сергію Олексійовичу, почнемо з такої теми. Чи можливо взагалі в Україні введення посиленого карантину та чому? Ну, знаєте, опыт літа двох місяців осені показав, що, в принципі, в Україні вже вряд ли можна буде ввести усилений карантин. К сожалению, действия власти весной, когда, в общем-то, во многом был введен адекватный карантин, однако были перегибы. Потом сами же представители говорили, что мы там немножко хотели запугать население, привели к тому, что население просто уже летом не реагировало ни на какие ограничения. Ну и, соответственно, при поддержке правоохранительной системы, которая также, в общем-то, не контролировала никакие соблюдения никаких ограничений, то есть карантин-то он действовал и летом, и осенью, но, несмотря на это, проводили День города. Мы даже, Одесса засветилась в газете Washington Post, 28 сентября была статья о том, что вот одесситы сбросили маски, потому что, ну, приехал корреспондент и был в шоке, да, что вот в Одессе летом ночные клубы, пляжи, ну, в принципе, не было никаких ограничений, и, ну, было сказано в статье, что вот это будет центр второй волны коронавируса. В принципе, так и оказалось. Украина при нынешней власти, при отсутствии хоть какого-либо контроля за распространением болезни, она вот оказалась сейчас в эпицентре настоящей эпидемии, не того, что было весной, а настоящей эпидемии в Европе. И вот мы столкнулись с 10 тысячами официально зарегистрированных больных каждый день. На самом деле, конечно, эта цифра больше. Ми тільки звикли до життя в період адаптивного карантину. На днях ми проводили опитування з одеситами та представниками бізнесу. Я вам скажу, що думки різняться. Щодо того, потрібно вводити тотальний карантин чи ні. Тому що мешканці кажуть, що якщо закривати все, то все. А підприємці, насамперед представники малого бізнесу, кажуть, що тільки оговтались від минулої хвилі тотального карантину. Чи зможе бізнес пережити тотальний карантин вдруге? Давайте поделим бизнес на две части. Тот бизнес, который является крупным, средним, он только выиграл благодаря карантину, потому что, во-первых, появились новые возможности для экспорта страны, во-вторых, в отличие от европейских стран и Соединенных Штатов, в Украине и весной не было карантина, который бы распространялся на средний крупный бизнес. Карантин весной коснулся только небольшого, мелкого бизнеса, который никак не влияет на экономику страны, но он очень важен, потому что он обеспечивает своей деятельностью участников этого бизнеса. Это обычно семейный бизнес, это небольшие кафе, небольшие магазины. Вот они пострадали, они действительно пострадали, и очень много людей осталось без работы. Но, опять-таки, это никак не влияет на экономику, потому что этот бизнес, он не платит налоги, он не создает значительного добавочного продукта. В основном, если это бизнес в сфере продажи промышленных товаров, он занимается импортом, при этом в основном теневым импортом. Если это вот сфера питания, то, опять же, таки, никаких налогов нет, но вот это люди, которые обеспечивают себя и создают дополнительные качественные услуги для населения. Поэтому в целом экономика Украины не пострадала от коронавируса, наоборот, выиграла, появилось очень много денег дополнительных в бюджете. Поэтому вот было принято решение президентом направить огромные средства в сферу строительства. Он начал проект так называемого «Великого будівництва». Это, конечно, была огромная ошибка президента, потому что хоть он и не понимал, и не понимает, что такое коронавирус, что такое эпидемия, но не зря европейские страны, они попытались модернизировать свою систему здравоохранения. У нас же в Украине те деньги, которые предназначались для борьбы с коронавирусом, для развития системы здравоохранения, они были направлены в строительство,
подряды получили фирмы, связанные в основном с местными властями. Ну, тем самым президент хотел понравиться местному бизнесу. Но опять-таки это не мелкий бизнес, это, в принципе, крупный бизнес. И они, конечно, выиграли. Поэтому здесь вот говорить о том, что экономика потеряла, нельзя. Вот мелкий бизнес вот в некоторых отраслях, в сфере транспортных услуг, да, достаточно сильно вот, потерял бизнес, потому что, да, транспортные перевозки, они уменьшились, пассажирские перевозки уменьшились. Но вот это только небольшая часть экономики, хотя она затрагивает, я думаю, несколько миллионов людей, и они потеряли. Но, опять же таки, ни о каком жестком новом карантине не может идти речь, потому что президент Зеленский, он обращает внимание на свой рейтинг. Рейтинг для него важнее, чем там 10-100 тысяч заболевших в день. Поэтому он никогда не пойдет на меры, которые являются непопулярными среди населения. Поэтому, да, правительство может сейчас принимать любые решения, закрывать там магазины, все что угодно, там карантин выходного дня, но никто не соблюдать его не будет, особенно в Одессе. Тем более у нас впереди второй тур выборов, поэтому однозначно мэр скажет, что он будет спасать одесситов и не будет обращать внимания на указания с Киева, как в принципе делали мэры там на Западной Украине, да, и наш мэр тоже. Когда там проводил День города, он не обращал внимания на последние кабинеты министров. Ну, а правоохранительная система, полиция, они были на стороне мэра, потому что, ну, там, где бизнес, там туда и тянутся представители силовых структур. Так что ничего нового не будет в сфере ограничений, но то, что, к сожалению, мы уже столкнулись с страшной ситуацией в сфере медицины, когда там практически невозможно в Одессе попасть в больницу заболевшим, когда люди ждут 3-5 дней результаты тестов, чтобы попасть, чтобы получить там хоть какую-то поддержку для того, чтобы можно было дышать, это страшно, да, то есть это есть, и, к сожалению, ситуация будет ухудшаться, потому что ни президент, ни министр охраны здоровья, он, кстати, Степанов, он шел на выборы от «Слуг народа» по Одесской области, то есть он занимался политикой, каждое его выступление, оно было все-таки политическим, хотели набрать по максимуму голосов в Одесской области. Но сколько они получили, это как раз вот характеристика того, как они работали. Показник такий. Да. Чи повинен уряд, вводячи певні карантинні обмеження, зробити певні дотації для малого бізнесу, щоб хоч якось підтримати, як це роблять в країнах Європи, Сполучених Штатах Америки? Да, вот вы абсолютно правы. Была надежда в марте 2020 года, что вот те деньги, которые дополнительно получит бюджет, а были внесены изменения в бюджет в марте этого года, и дополнительно бюджет увеличит дефицит почти до 300 миллиардов гривен, дополнительно бюджет должен был получить 200 миллиардов гривен. То есть была надежда, что будет модернизация системы здравоохранения, и плюс вот те, кто реально потерял, опять-таки, это вот представители малого бизнеса, вот где-то в торговле, ну, в большей степени это сфера общественного питания и транспортные перевозки. Вот здесь, да, действительно потери, особенно вот в сфере питания. Да. Вот здесь, да, должны были получить непосредственно вот представители малого и среднего бизнеса деньги. Но в этом случае ни президент бы никаких выгод не получил, потому что все-таки центральные каналы, они контролируются не представители малого бизнеса, это все-таки крупные олигархические структуры. Поэтому было принято решение лишние деньги бросить там, на строительство дорог, где, соответственно, норма прибыли во много раз выше, чем в малом и среднем бизнесе. И как раз вот эти крупные строительные фирмы, они, те, кто получили государственные подряды, они влияли на средства массовой информации, поэтому картинка делалась все-таки хорошая, и люди по телевизору, особенно на центральных каналах, они благодарили президента. Правда, это не помогло, он проиграл местные выборы, но то, что деньги пошли не туда, и то, что система здравоохранения оказалась в крайне кризисной ситуации, то, что вот благотворительные организации, вот у нас есть такая корпорация монстров, спасибо Екатерине Нажевниковой, которая вот день и ночь, как и многие другие, как и вот волонтеры, вот настоящие патриоты, они перечисляют деньги каждый месяц 2-3 миллиона. И вот вместо того, чтобы миллиарды получало бюджет области и на модернизацию системы здравоохранения, видите, там вот миллионы собирают по крупицам, и как раз эти деньги нереально помогают больным и спасают людей, а государство здесь занимается поддержкой крупного бизнеса, как было и раньше.
В уряді вже заявили, що до вже відомих зеленої, жовтої, помаранчевої та червоної зони додадуть ще одну, поки що з умовною позначкою чорна, в якій буде запроваджено тотальний карантин. В інших планують ввести таке обмеження, як комендантська година, що поки що на законодавчому рівні є нездійсненим, адже для цього країна має оголосити надзвичайний стан. Тож на сьогодні більш реально введення так званого карантину вихідного дня. Наскільки це більш гуманно, якщо порівнювати з тотальним карантином саме для економіки держави? Знаете, для того, чтобы ввести тотальный карантин, либо там карантин выходного дня, должна быть система государственного управления, должно быть государство, да, которое способное что-то вводить. У нас в Украине, знаете, все зависит от местной власти. Вот захотят они, там, будут, дадут указания там, в трамваях, троллейбусах проверять, чтобы все были в масках. Дадут указания хозяевам маршрутов, чтобы вот в маршрутах, маршрутных такси ездили в масках. Сейчас, в общем-то, я думаю, что большая часть, как и раньше, ездит без масок. Поэтому то, что примет уряд, там, Шмыгаля, или там то, что президент заявит, это вот для средств массовой информации. В реальности они уже ни на что не влияют, на них уже никто не обращает внимания. Да, полтора года назад президент там, имел 74% поддержки, потом у него было большинство в парламенте. Сейчас ни большинства нет в парламенте, ни этой поддержки. Поэтому то, что делают в Киеве, не могут там черный день вводить, потом какой-то, какой еще не могут день, так, там, какие что-то, цвета еще они не задействовали, да, фиолетовый день, ну, можно, да, то он выступит перед телевидением, какой-то опрос сделает, еще, какой вы хотите цвет, то есть это можно сделать, это вот как бы в сфере компетенции. Что-то робится, да, что он есть, да, на телевидении, он же должен что-то говорить, поэтому на нас это никак не повлияет. Еще раз, они могут вводить любые ограничения. Единственное, там могут ограничить продажи билета. Вот, на, вот эти слеты, да, эти разные цвета. На что они влияли? Только на то, продает Укрзалезинца билеты с этой станции или не продает. Да? Если школьников погнали в школу, да, с понедельника этой недели, да, потому что 10 тысяч заболеваний в день. Когда был карантин весной, 300-400. Сейчас 10 тысяч, каникулы закончились, давайте, идите, давайте. Чи є в цьому сенс на один тиждень, можемо так сказати, тому що з наступного тижня планують вводити карантин вихідного дня, запроваджувати так звану чорну зону та, можливо, вже Одесу в червону зону переводити. Є ж такі плани. Ну, вы понимаете, когда существует такая опасность, страшная опасность, да, коронавирус, то система государственного управления должна работать. То, что сделал президент и сказал, что вот мы на места передали полномочия, я буду вот ездить и смотреть, как строятся дороги и вот рекламировать себя. Это, в общем-то, преступление, понимаете? То есть должна быть действительно общая система предотвращения распространения данного вируса. Как было в Китае, когда да, там был эпицентр, думали, что вот пол Китая умрет, да, но быстро начали строить больницы, начали закупать оборудование. У нас построили хоть одну больницу за полгода? Нет. Строят дороги и строят там, где как раз можно побыстрее заработать большие деньги. То есть у нас система государственного регулирования не работает, и система государственного управления, к сожалению, вообще не может, наверное, вообще ничего сделать. Да? Они могут вести до комендантский час. Ну, но для этого действительно надо вести чрезвычайное положение в стране, а у президента нет большинства, которое поддержит вот это решение. А то, что понимают те решения, которые понимают правительство, ну опять-таки, это для средств массовой информации. В реальностях на местах мэры влияют на ситуацию, полиция влияет на ситуацию, но полицию контролирует министр Аваков, который, в общем-то, делает то, что хочет, ему решение правительства как-то, знаете, согласится, будет выполнять, не согласится, делать по-своему. И ему все равно даже замечаний не сделать, потому что то влияние, которое он имеет в стране, несоизмеримо с влиянием премьер-министра и даже президента. Поэтому они могут принимать решения, но это опять-таки для средств массовой информации. Ничего кардинально не поменяется, но вот самое страшное – это система здравоохранения, которая просто вот… Она сейчас закрыта для средств массовой информации. Мы не знаем, что происходит в больницах, которые принимают больных ковидом, но то, что вот мы слышим из социальных сетей, что просто ситуация страшная. Люди платят деньги, страшные деньги платят. То есть некоторые виды лекарств, они там стоили 2-3 тысячи гривен, сейчас 30-40 тысяч. Да? Служба безопасности вообще не реагирует на эти спекуляции. Те же аппараты, которые вот
позволяют насыщать воздух кислородом, да, там их реальная цена 25-30 тысяч, продают 40, 45, 50 тысяч. То есть, ну, тут зарабатывает бизнес на всем. Да, да, нет, просто не недопрацевывают. Нужно создать систему, когда вот правоохранительные органы защищают вот население, когда вот кризис, да, нельзя зарабатывать. Сколько у нас маски стоили весной? 25 гривен? Так. Да, сейчас можно по 3 гривны купить. Да, в некоторых местах цена 9-10 и так далее. То есть, тут огромный заработок. Манипуляции. Нет, заработок, понимаете, это заработок незаконный совершенно, но как раз система правоохранительных органов, она защищает тех, кто зарабатывает деньги, а не население. И вот президент, к сожалению, вот он, видно, не понимает, он думает, что 95-й квартал, что президентский дворец, это, в принципе, одно и то же. Нагадаю для наших телеглядачів, що карантин вихідного дня передбачає обмеження відвідування торгово-розважальних центрів і фудкорти. Фудкорти працюватимуть тільки на винос. Розважальні заклади і фітнес-центри будуть закриті, магазини в ТРЦ будуть працювати, однак з дотриманням вимог одна людина на 20 квадратів. Якщо ж ці заходи не допоможуть, посилення карантину триватиме і надалі. Це офіційне заявлення, так? Кто-то измерял количество там, метров на человека, да, где-то в Одессе. Ну, если вы найдете этого, кто это измеряет, давайте покажите его. Ну, это все так для проформы. Понимаете, ну, правительство хочет показать, что мы вот европейская страна, мы тоже что-то делаем. А то, что внутри ничего не происходит, вот Вашингтон Пост написала 28 сентября, вот мы прогремели Одесса на весь мир, что вот мы особые. Но при этом было отмечено, что украинская Одесса, да, то есть это как бы мы не отдельное государство, что у нас вот такая система, что мы вообще не обращаем внимания ни на какие регулирующие нормы, что это мы в рамках Украины, вот вся такая Украина. Просто одесситы привыкли, знаете, вести себя так, они считают нужным, если есть возможность. Это как бы тут более ярко это проявляется, мы там ничего не скрываем, и я так понимаю, что в тех местах, где был корреспондент Вашингтон-Пост, вот показали, как оно есть. Может быть, в других местах где-то бы что-то скрыли, сказали, а вот напечатают про нас, что будет. А одесситы, они не боятся этого. Чи можливо вже спрогнозувати стан економіки України та світу до весни 2021 року? Чи можливо очікувати світової кризи через пандемію COVID-19? Ну, я не думаю, що ситуація в світі сильно ухудшиться, а тим більше в Україні. Ви розумієте, в чому діло? Чому Україна виграла від COVID-19? Потому что розвиті країни, це США, Європейський Союз, вони для того, щоб помочь своим экономикам, напечатали очень много денег, евро, доллары. И сейчас, в общем-то, нет особых проблем в том, чтобы привлечь деньги на развивающиеся рынки. Конечно, президент делает все возможное, чтобы мы эти деньги не получили, потому что вот на прошлой неделе он проиграл выборы местные органы власти, он решил начать войну с Конституционным судом. Да? То есть Конституционный суд принял абсолютно законное решение, отменив совершенно неадекватные статьи так называемого антикоррупционного законодательства. То есть там оно не работало и не работает, да, то есть просто когда вот кого-то выделяют, вот мы этих контролируем, а те, кто зарабатывает огромные деньги, там олигархи, всех мы там считаем, что они не коррупционеры, в принципе, это неправильно. Ну вот президент вот отвлекся на это. Да, и, конечно, это ухудшило возможности Украины получать внешние кредиты, потому что если там президент хочет своим указом либо решением парламента разогнать Конституционный суд, это ненормально. Да? Вот можно его критиковать, там, что-то менять, но вот для цивилизованной страны не может президент разгонять судьи и делать все, что он хочет. Поэтому тут возможны проблемы. Но в целом в мире денег очень много, они очень дешевые. Вот обратите внимание, в Украине ставки те же по депозитам, по кредитам, они в несколько раз снизились. Почему? Потому что денег очень много. Поэтому вот если не будет никаких катаклизмов, если президент не захочет там где-то еще нарушить Конституцию, то ситуация не усугубится. Опять же таки, если даже будет там черные зоны, все равно это никак не скажется на крупном и среднем бизнесе, потому что это та часть страны, которая всегда будет поддерживаться и правоохранительная система, и президентом. Даже если скажут, что нельзя выходить на работу, заводы Ахметова будут работать, поверьте мне, и сельхозхолдинги будут продавать пшеницу в Европу и так далее. То есть в экономике не будет кардинального ухудшения ситуации, но может пострадать именно малый бизнес. Вот эти люди, которые вот живут с того, что вот они сегодня там испекли булочку, продали, они пострадают. Вот
эта часть населения, конечно, потеряет. Плюс, конечно, то, что скажется негативно на экономике, это рост минимальной заработной платы. Ну, опять же таки, президент не знает, что такое экономика, и в условиях сложной ситуации, когда на уровне законодательства поднимают минимальную заработную плату, вот сейчас 5, будет 6, да? То есть это увеличивает расходы легально работающего бизнеса. А если нет возможности поднять зарплату, вот если ситуация вот тут еле-еле справляется с тем, что есть, да, что будет происходить? Людей будут увольнять, людям будут выплачивать зарплату в конвертах. То есть это ухудшит ситуацию еще в экономике. Но опять-таки это не связано с ковидом, это связано вот с глупыми действиями власти, которые вот хотят понравиться населению, говорят, это мы подняли минимальную заработную плату. Поэтому минимальную пенсию они практически не подняли, на 1700 гривен. То есть реального человека, получив 1700 гривен, что он может сделать? Ну вот там рассказывают, как они заботятся о населении, поднимают минимальную заработную плату. Вот от этого вреда будет больше, чем от ковида. Вот если бы не поднимали минимальную заработную плату, а вот увеличили там пособие или ввели пособие для представителей бизнеса, который вот реально вот стал зарабатывать меньше из-за вот этой эпидемии, потому что меньше стали ходить по кафе, меньше там ходить по таким небольшим магазинам и так далее. Да, вот дали бы людям эти деньги, тогда бы ситуация была лучше. А так, к сожалению, я думаю, что вот эти люди пострадают. Ну и те, кто останутся без работы, потому что вот ситуация не лучше, а вот минимальную заработную плату подняли. І наостанок, ваша думка, на що в першу чергу повинен звернути увагу уряд, саме щоб зберегти економіку держави у разі того, якщо ситуація з поширенням коронавірусної інфекції вийде з-під контролю? Значит, послушайте, еще раз, вот, коронавірусна інфекція на економіку ніяк не влияє. И правительство никак не влияет на экономику. Еще раз, вот есть такой человек, как Ахметов, и есть премьер-министр. Как вы думаете, кто на кого влияет? Тем более там Шмыгаль, он работал раньше у Ахметова. Поэтому правительство, если оно бы даже захотело, но не может ничего сделать там ни крупным банкам, ни крупному бизнесу. Но что нужно сейчас сделать? Сейчас нужно прекратить эти бессмысленные проекты президента, там, строительство великое. Да уже бросили эти деньги там, на те мосты. Надо сейчас влить деньги в систему здравоохранения. Нам нужно обеспечить квалифицированную помощь тем, кто заболел. Надо спасать людей. Понимаете, надо помочь семейным врачам, надо помочь лекарствами. Было принято решение бесплатное обследование с помощью томографа для тех, у кого есть подозрение на COVID, и бесплатные тесты. Обещали привлечь частные лаборатории для того, чтобы вот, ну, человек, вот, если ему плохо, чтобы он мог получить там, на следующий день результат, не ждать 5-7 дней. Это сделано? Не сделано, понимаете, не сделано. Ни дороги строят, да, когда люди, в общем-то, находятся в крайне тяжелом положении, и их надо спасать, а они дороги строят. Вот чем нужно заниматься. Да, и опять-таки, это положительно сказывается на экономике, потому что ремонт дорог и строительство дорог, да, они там носят какой-то вклад в ВВП, но там 50% это то, что чистая прибыль тех, кто получает деньги. А если в систему здравоохранения вложить деньги, если купить там оборудование, дополнительные там томографы, то это останется, понимаете, это тоже вклад в ВВП, но это останется, это будет помогать людям. Вот на что можно тратить деньги. Вот если бы нас слышали в правительстве, но они все равно ничего не сделают, потому что им сказано, куда нужно тратить деньги. А для вида они рассказывают о бесплатных тестах, бесплатных томографах и бесплатном лечении от ковида, которого нет. Нет, понимаете, люди последние деньги дают, чтобы спасти себя, своих близких. А кто-то на этом зарабатывает. Дякую вам, пане Сергій, за такий відвертий та конструктивний діалог. Сподіваємось, що наш уряд запровадить карантинні заходи з урахуванням усіх думок українців. А ми будемо пам'ятати про елементарні заходи захисту – це соціальна дистанція, масочний режим та ретельне миття рук. Нагадую, що в гостях студії був доктор економічних наук Сергій Якубовський. В студії працював Василь Базавлук. Залишайтесь з репортером. На все добре.